К предстоящим парламентским выборам готовиться надо уже сейчас. Кампания должна быть честной и справедливой, подчеркнул президент. Этой теме сегодня посвящено совещание во Дворце независимости. Главный вопрос, по мнению Александра Лукашенко, готовность местных органов, ведь на их плечи ляжет большая работа, а пройти выборы должны на высоком уровне. ЦИК предлагает провести их в ноябре. Точная дата станет известна в ближайшее время. Но в любом случае предвыборные события, предусмотренные законодательством, начнутся уже в августе. Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности. Еще раз хочу подчеркнуть, выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и других представителей других стран, но, тем не менее, помнить надо главное. Выборы – это белорусские. Это экзамен для действующей власти, в первую очередь на местном уровне. Именно на исполнительной вертикали особая ответственность за политические и экономические процессы в регионах в период электоральной кампании. Ставьте задачи, мобилизуйте людей, не откладывая решение вопросов на потом, на осень. Надо делать все сейчас. Хорошо, что эта работа началась и активизирована после большого разговора у президента. Надо продолжить эту работу. Президент отметил, парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами. А избиратели, придя на участки, должны знать своих кандидатов, их программы и проделанную работу. Для этого местные органы власти будут помогать в организации предвыборных встреч. На местах предстоит также сформировать избирательные комиссии разных уровней, участковые, окружные и областные. В нашем государстве проводятся всегда вот эти избирательные электоральные кампании очень слаженно, организованно. Люди очень активно участвуют на самом деле в избирательных кампаниях. Но с людьми надо работать. Важно, чтобы действительно те кандидаты в депутаты, которые хотят и будут баллотироваться, работали с людьми. Ведь надо показать себя, чтобы человек, придя голосовать за определенного кандидата, четко понимал, что вот да, этот человек, я его видел, я слышал его выступление, я видел его работу. Глава администрации президента Беларуси подчеркнула, что на совещании также подробно рассмотрели и другие вопросы, которые позволят провести избирательную кампанию активно, честно и прозрачно.